Добрый день. Сегодня приехал ремень, который я заказывал в Японии. Компания Самурай. Номер ремня 001. Первые ощущения при получении. Могу смело сказать, это самый крутой ремень, который когда-либо мне доводилось держать в руках. Толщина. Ну, я не замерял, но так, навскидку, 0,5 миллиметров. Ширина четко подходит под все японские джинсы. Особенно хорошо этот ремень подойдет под джинсы с очень толстого денима. Ширина 45 миллиметров. Очень увесистая, тяжелая пряжка. И, конечно, очень такая добротная, толстая кожа. Ремень я специально брал натурального окраса, натурального цвета, так можно сказать. И со временем носки он потемнеет, примет коричневый оттенок, и вот в этом проявится вся его красота. Ну, 36 размер, я немножко ошибся. Надо было брать 38, потому что я тоже ношу 36, и мне он немножко маловат. Носить можно, но маловат. То есть 36 размер очень хорошо подойдет, кто носит 34-32. Ремень дорогой. Очень дорогой. Наверное, из всех ремней, которые представлены на сайте Dominio, наверное, один из самых дорогих. 163 евро. Ну, радует то, что бесплатная доставка почтой и EMS. Мне эта вещь доехала за 18 дней. Про ремень я могу сказать смело, что можно его относить лет 20 и еще передать своему сыну и внукам. И этот ремень до такой степени сделан классно, еще послужит ого-го и ого-го. Отверстие у ремня нестандартное, такая капелька. Не так, как на обычных ремнях в дырочке. Вот так вот интересно прорезаны в виде капельки. Ну, честно сказать, повторить такую же капельку, ну, в домашних условиях, наверное, будет непросто. Но это я к тому, если кому-то ремень, например, маловато, кому-то надо там добавить либо с этой стороны дырочку, либо уменьшить с обратной. Ну, сделать что-то похожее будет не совсем просто. Вот. Также у ремня с обратной стороны видно болты. Вот. Ну, посмотрите на толщину этого ремня. Вот, и на болты. Ну, скорее всего, что эти болты сделаны для того, чтобы поменять пряжку. Потому что обрезать ремень, ну, не знаю, ну, честно, вот я его держу в руках, ну, просто нереально. Эту вещь надо, вот, чтобы понимать, держать в руках. Очень мощная бляха, очень красивая, это очень красиво смотрится. Я уже одевал, очень красиво смотрится на джинсах. Что смело могу сказать, что с выбором и с покупкой ремня я не ошибся. Вещь действительно хорошая, добротная, качественно сделана, классная. Буду носить с удовольствием. Большое спасибо всем за внимание.